Вовочка. Привет, привет. У нас тут сегодня такой день активный. Всем большой привет. Вас приветствует Парагвай, Южная Америка. Немецкое поселение, колония Нойфельд. И с вами снова Жанна. Уже сюда переехала будка со щеночками. Так, у нас сегодня Рафаэль пришел. Работает, трудится, как пчелка. Убирает лишнее, очищает дом. Вот. Гибискус обрезал. Там обрезает, трудится. Все заросло, все вот столько обрезал. Потому что все лезет на крышу, в эти желоба надо их почистить. И здесь цветы пообрезал. О, там он даже манго пообрезал. Ох, сколько веток. Пальму все. Но это надо. Потому что, да, оно все с этой стороны на крышу поднималось. И надо было это убрать. Вот теперь желоба чистые. Все хорошо. И цветы обрезал, и пальму. О, ну к весне опять все зарастет. Ну, пальму хорошо поднял он. О, молодец, Рафаэль. Володь уже не может такую высоту по лестницам лазить. А Рафаэль еще молодой. И цветы пообрезал. Все замечательно. Ой, как красиво. Вот так и живем, друзья. Мне сегодня снова санитарный день в холодильнике. Вот картошка немножко осталась там, кукуруза чуть-чуть там, зелени. Капуста такая овощная немножко осталась. Думаю, ну что с ними придумать, не знаю. Достала вот морковку, чтобы было вкуснее, с чесночком. И думаю, попробую, сейчас сделаю, ну как, разведу тесто, залью на лист, наверное, а потом вот этим всем залью. В общем, не знаю, что я еще буду делать, у меня всегда по ходу дела. Вот нашла муку, какой-то рецепт нашла, не знаю, от какой-то капустной пиццы или пирога. Вот тут муки, мука, яйца, сметана. Вот сейчас все немножко подобавляю. Все это наколочу. И потом подумаю, может, муку добавлю в это тесто. Может, вернее, картошку. Может, картошку смешаю с капустой, с морковкой положу слоем. А вечер и просто так поставлю в духовку. В общем, не знаю, друзья, что получится. Вот у меня тут еще сода. Если что-то получится интересное, то это видео вы сейчас смотрите. Решила я картошку все это смешать, овощную рагу. Добавила еще вот морковку по-корейски. И решила, думаю, добавлю еще 2 яйца сырых, чтобы хорошо можно было размазывать. И плюс еще яйца есть. Куда их столько? Вот поэтому еще яйца добавила. Сюда добавила немножко водички, потому что сметана больно густая была. Вот, все смешала. Сейчас попробую налить на этот лист, все это залить. И вот нашла еще у меня такое копченое, мясо копченое, окорок. И вот думаю, сверху, наверное, положить, потому что начинка-то готовая. Нужно только, чтобы низ испекся. Ну что, друзья, ждем результат. Немножко у меня съехал лист, и уже теперь его не поправить. Ну, как будет, так и будет. Все, получилось неплохо довольно-таки. Не знаю, что получится. Сейчас немножко духовку подогрею, поставлю пониже. Потому что главное для меня это корж. Нашла еще сыр в холодильнике. Получается какая-то пицца. Вот так вот бывает, друзья, да? Лучше пюре бы съела с этой овощным рагу, и все, и никаких заморочек. Но не хотелось уже кушать. Один раз поели, второй раз поели, скучно. Надо что-то придумать. Вот так вот и получается. Ну, надеюсь, результат будет хороший. Ну, так получилось. Такая вкусняшка. А вы знаете, не пожалела нисколечко, что сделала. Такое тесто такое хорошее получилось, нежное, все так хорошо просолено.
воздушное такое все. Так что сейчас будем кушать. Всем приятного аппетита. Ой, снова я, друзья, запыхана, извиняюсь. Прогулочка. Эти дни было так холодно. Ночью было 9 градусов, 8 градусов. Вот. И днем было маловато. Ветер был такой. А сегодня просто чудо. Ветерок, правда, есть. Но такой легкий. И так тепло. Я так уже вся мокрая. Вон, парагвайцы ездят. Видите, уже какая дорога хорошая. Уже лужа маленькая, только с правой стороны. А слева уже нету. Вот, так что уже лучше. Кстати, у нас собрание, по-моему, сегодня, или когда там будут решать с дорогами. Будут смотреть, у кого какой транспорт, машины, мотоциклы, и чтобы дороги до ума доводить. Ну, я считаю, конечно, это правильно, потому что, ну, кто позаботится о нашей колонии, как не мы сами, жители колонии. Сами должны решать, сами должны заниматься. По возможности, конечно, не ездить на машинах после дождей. У нас наоборот, как дождь проехал, всем надо срочно куда-то выезжать. И потом такие валуны, такие ямы. Никто не хочет уже пешком ходить. Разучились люди пешака ходить, в сапогах, по грязючке. Все хотят только за рулем. Остальное все у нас, друзья, по-старому. Хочу сделать фотографию одну для продажи дома. А тут вот такой кабаняра стоит. Боже, какой он здоровый. Наравне с забором. А? Ну ты на меня не рыкнешься. Лучше здесь ток. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, здоровучий, ё-моё. О, какие уши. Локаторы. Чё, ты меня не знаешь, да, я тебя не кормлю. О, кабан. Узнаете нашего проказника с того участка? Это малышок, который 4 дня Володе покой не давал. Всё вот на соседский участок сюда залазил, перепрыгивал. Вы видели, да, как Володя делал там ток 4 дня. Последний день вообще по лужам там наполовину сапоги были в воде. Делал свет, все проводил. А он, как Володя говорит, козел. Все равно на следующее утро перепрыгнул через забор к соседям, потому что по ту сторону большая куча земли до самого верха. И вот он сиганул. Я говорю, вот, я тебе предлагала сразу. Перегони его на этот участок. И дело с концом. И не надо никаких заморочек. Но мужчины, как всегда, слушают женщину, а делают по-своему. Вот теперь, потом он его сюда перегнал. И все. И все проблемы решены. И гуляет тут он, довольный, счастливый. И этим старикам не мешает. Вот такие у нас новости. Вот оно. Хозяйство наше. Пришла, а они здесь везде уже бегают. Привет, лохматуши. Ой, ой, вон еще один малявочка. А, и вам тут кушать поставили под пальмой. Ой-ой-ой. Так, вот этот маленький черныш наш. Ухо завинтилось. А? Да-да-да-да. Куда убегаешь? Куда убегаешь? Ой, тихо-тихо, куда вы мне? Под коленки, под ноги. Ой, вот и солнышко нет, я покажу вам все. Вот они, вот они. Все, уже съели? Уже пустая чашка у вас. Быстро вы умели. Так, где тут наш красавчик? Ну-ка, покажись. Покажись, покажись, покажись. Куда? О, какой шустрый, не поймать его. Опля! А тебе, вот, поймала. Покажись, подожди, подожди. Вот, покажись. Ну-ка, покажи свою мордашечку. Вот ты такой красивенький. Вот ты у нас тут такой хорошенький. Да? Ой, какой хорошенький. Самый-самый. А это точно пушистый будет. Ой, ой-ой-ой-ой. Ой, хозяйство у нас. Ой, хозяйство у нас. Какое шумное. Володя сегодня пошел кормить быков.
принес грибы. Как всегда, ничего мне... Ой, попала еще ниточка. Ничего мне не сказал, сорвал все. Ни фотографии, ничего не сделал. Вот такие вот красавчики. Сейчас я их буду варить. Ой, какая прелесть. Тут где-то и маненьки были. Не знаю, уже теперь не найти. Ну, в общем, вот. У нас грибы. Урожай собственного участка. Там, где новые елочки посадили мы. Вот там возле, под елочками, под этими, вот такие вот маховички. У нас такой денек хороший. Вот. У Рыжика наказание закончилось. Может, поумнел, не будет теперь курей гонять. Вот так все хорошо. Рафаэль приехал с другом на драйраде, на трех, не знаю каком. Что-то они за Словой договариваются за щеночка. Что-то они хотят. Да, я сказала, Вова, я сказала, что регали. Ну, там Уна, Дока, остальные там все смотрели. Да, я тоже патрон. Что, только он патрон? Чао! Да, да. Вот, говорит, сеньора говорила, что будет регалия. Я говорю, да. Ну, в смысле, подарок. Я говорю, да. Вот мы сейчас одного черненького оставим. А сколько заберет Рафаэль, я не знаю. Так что у нас щеночки сейчас уйдут. А я им кашку варю. Все, вся кашка будет только для тебя, Кнопулечка. Вот у тебя сынуля сегодня останется и еще дальше не знаю сколько. Вот папа теперь тут со своими сыночками и дочечками. Не успеваю камеру за ними водить. Вот это такой жирненький, вернее жирненькая, мордочка широкая. И такая кучеряшка будет. У нас, когда привезли Рыжика, он тоже был такой кучерявенький, лохматенький. Да? А? Лохматенький. Можно вас погладить, а? Можно вас? Что у тебя тут на глазике? А, тебя кто-то укусил. С кем-то ты уже дралась, а? С кем-то ты уже тут дралась? Ой-ой-ой-ой-ой. Красотуля. Все, хорошо теперь. Никто не перепрыгивает там через забор, никто не лазит там, все, гуляет он на другом поле. И этим хорошо, им тоже теперь спокойненько, замечательно. Вот, сегодня тишина, все отдыхают. Вот Рафаэль с другом приехал. Что-то тут Володь с ним договаривается, что-то ему продает, наверное, или что, или он за это будет работать. В общем, мужики тут заняты. Вот такой драйрат интересный, новый. С крышей. Ну, красивая техника. Ну все. Ой. Ну где ты летаешь, тебя поймать? Вот она, красавица. Ах, летает, все, полетела. Ой, прям чуть ли почти на камеру села. Ну все, друзья. Вот на такой интересной ноте мы с вами прощаемся. Володя вон коробочку понес им для щеночков. Все, друзья, всего вам доброго. С вами был Парагвай. Всем здоровья. Тут еще выбирает. Володя, дай подешевле, голову не морочь. И кнопки будет легче. Она бедная, он кормит аж все он у нее. Ну, сказал. Все. Еще потом. А, еще Уна Дос. Ага, все. Грация, Рафаэль. Все. Все. Ну, они тут разберутся. Короче, они тут разбираются. Ну, все, что-то они там договорились, забрали троих. Вот еще два рыжика осталось. Два рыжика отдать, а эту манюнечку. Манюньку все никак не могу, что он мальчик. Оставить. Все, выбирают это они. Это наш. Это парамид. Это тудю. А, суп? О, это лово парамид. А, на, не. Что, только Уна? А, Уна? Доса. Доса? Дресс? О, сеньор. Ну и корми, вози с ними, с этими. Ой-о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 й-
Чего ты? Это, ну. Как, ну, он уже выбрал его. Я сказала, да, что ты голову-то морочишь? Так, я бы припарамировал с ингентами. Все.